Первая встреча главы муниципалитета с лидерами политических партий в новом формате. Вместе собрались представители партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и партии «Зеленых». По словам главы, у каждого свои избиратели. Именно поэтому важно наладить диалог. Работы в этом году предстоит немало. Впереди у нас, как я сказал, общероссийское голосование. Я считаю, что мы с вами должны по своим избирателям, которые нас привели, собственно, в наш совет, наш парламент, призвать всех прийти на голосование. Нам нужна, безусловно, максимальная явка для того, чтобы президент и Дума могла опереться на большинство. Приоритетные задачи были озвучены в послании президента Федеральному собранию. Наращивание социальной политики, улучшение демографии, реализация национальных проектов. Они касаются всех политических сил. Единороссы в рамках встречи рассказали об итогах работы местных отделений. По своей работе партии это такие мероприятия, как добрые комнаты в наших медицинских учреждениях на территории округа. Это добрые дела, которые все равно партийцы делают на местах. Но о них люди не знают, потому что архиважно, пришел человек, и его проблема решена, и об этом сказано. И для партии это важно. По словам лидеров партии, граждане чаще всего обращаются с проблемами в сфере ЖКХ и экологии. Например, коммунисты в новом году выбрали три важных направления. Газификация, состояние воды на ВЗУ номер один и обеспечение детей местами в школах. Мы сегодня смогли обсудить вопросы и принять определенные решения взаимодействия депутатов с не только с главой, но и с руководителями подразделений, территориальных управлений, заместителями. Член Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Станислав Водонаев сообщил, их избирателей волнует ситуация с компанией «Дорхан», которая, по их мнению, продолжает нарушать экологические нормы. Одну инициативную группу возглавляет наш член партии. Они выходили на пикеты в конце прошлого года. И вот я буквально перед встречей освежал информацию. К сожалению, ничего там с мертвой точки не сдвигается. Вот по результатам встречи, которая проходила с руководством компании и с депутатами, жители фиксируют выбросы подозрительные по ночам. Вот прислали мне большое количество видеоматериалов. И, кстати, вот они собрали 1000 подписей. И ваш адрес, Андрей Робертович, вот недавно свежее обращение направили. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что муниципалитет держит ситуацию на контроле. Курс определен. В новом отчетном периоде партийцы будут встречаться с главой раз в квартал. А с гражданами решили общаться чаще на выездах. Именно такая работа, кроме парламентских дел, для партийцев актуальна в большей степени. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».